Всем привет, друзья! Снова я с вами, Галина, партнер компании Siberian Wellness в квалификации в ранге BT2500. Сегодня очень важная тема, такая интересная, хочу развить именно преимущества нашей команды. Я говорила про компанию, да, а вот про команду я не освещала, да, подробно. Я сейчас гуляю в парке, вот, и поэтому буду немножко отвлекаться на ребенка, смотреть, наблюдать, где она бегает. Тема интересная, и в конце, конечно же, темы я вам расскажу про еще одну новость классную, поэтому оставайтесь. Смотрите, хочу рассказать вам про преимущества нашей команды, и вы знаете, отличия есть от многих команд, например, Siberian Wellness, а также, ну, у меня есть опыт, да, я работала в компании Oriflame, я работала в компании Greenway. Соответственно, есть с чем сравнивать. У меня не буду углубляться в другие компании, да. Расскажу, что я, честно говоря, была в шоке, когда мы пришли в эту команду. Я благодарю Марину Антонову, моего наставника любимого, который нашел эту команду, да, не просто компанию. В компании много наставников, но именно эта команда, она просто бомбит нереальные результаты. Благодаря чему, конечно? Благодаря, конечно же, своим инструментам. Я вообще любитель работать онлайн. Я не люблю офлайн работать, да. И вот эти, знаете, работа списками, звонками, встречами, это вообще не про меня. И, конечно же, я очень много постоянно начинала, например, списки какие-то составлять и так далее, да. Но это не мое. Поэтому, если вы, например, смотрите этот эфир и понимаете, что в вашей команде только такие методы, то, конечно же, пожалуйста, пишите мне. Сейчас вообще у нас есть мощные инструменты именно работы онлайн. То есть, смотрите, у нас, во-первых, есть начальное обучение, которое называется «Стартап». Это обучение, оно проходит у нас каждый понедельник. Вот уже завтра уже идет у нас подготовка, и с понедельника мы начинаем. А что такое интенсив стартап? Это абсолютно бесплатное обучение, которое вы на этом обучении занимаетесь с куратором. Именно куратор вам выкладывает, получается, каждое утро в чате информацию о том, что нужно делать, да. И этот метод, вообще этот интенсив основан на одной соцсети и на одном чате. То есть вам не нужно кучу страниц создавать или еще что-то, потому что я вот, например, сегодня проводила собеседование с девочкой, и она мне говорит: да я не хочу 500 страниц создавать. Я говорю, боже мой, откуда вообще такие вот инструменты? У нас такого нет вообще давно абсолютно. То есть да, это было еще 5 лет назад, я в Oriflame, помню, работала, там кучу страниц нужно было создавать. Нет, конечно же, у нас только метод одной соцсети и метод одного чата. Все, больше ничего не нужно. И это обучение дается нашим партнерам абсолютно бесплатно. Это самое первое такое, что предлагает наша команда. Когда вы уже неделю, получается, обучитесь, да, приобретите такой навык и будете делать крутые результаты, да, на этом, вы потом уже попадаете в основной блок обучения. Основной блок обучения – это бомба вообще. Наши наставники Аня Поликарпова и вообще я всегда могу обратиться к нашей Анечке, она всегда поможет. Я вообще не знаю, у нее, наверное, 27 часов в сутках. Вот, и наш наставник вышестоящий Ирина Козуб 3 года в компании, и они создали такой мощный основной блок, в котором есть инструменты все онлайн, то есть это и Telegram, ВКонтакте, ТикТок, Одноклассники, Pinterest, то есть вообще очень много различных методов, и это не просто там какая-то теория, это практика. То есть вы заходите на канал, просматриваете информацию, а вам нужно, там так и пишется, сделайте то-то, то-то, то-то,
И вы берете и делаете, и получаете результат. Все, ничего изобретать не нужно. Я просто помню себя и Марину Антонову, моего наставника в компании Greenway. Мы постоянно что-то изобретали, мы покупали обучение. Точнее, Марина много вкладывалась в обучение. Потом это все нужно было разработать на команду. Потом это нужно было дублицировать для новичков. То есть вот это все занимало очень много времени. И, соответственно, на рекрутинг времени не оставалось. Ребят, если у вас такая же проблема в команде, рассмотрите наше предложение, потому что вам не нужно, вы не будете убивать время на вот это все. Вы придете на готовую систему, и у вас будет время еще для своего личного рекрутинга. То есть новички будут смотреть, вы пригласили на основной блок, новички смотрят, делают, дублицируемая система полностью, от и до. И вот это я горжусь, что мы попали именно в такую команду. Следующее, что хотелось еще озвучить, это, конечно же, наши челленджи. Сейчас вы как заметили, что я начала открываться, я начала говорить, я начала разговаривать. Это не просто так. Конечно же, я вступила в челлендж классных прямых эфиров, на котором я расту. Я обучаюсь говорить, я обучаюсь говорить правильно, не стесняться, потому что это очень важно для тех, кто хочет прорываться и зарабатывать в интернете. Что такое заработок в интернете? Это то, что вот я сейчас, например, гуляю в парке с ребенком. Ребенок у меня занят, он увлекается, да, познакомилась с девчонками, все, играет, а я тут рядышком, еще и рядышком деньги зарабатываю. Вот это кайф онлайн-работы. Так вот, челленджи различные. В июне, кстати, у нас также стартует челлендж прямых эфиров, и если вы сейчас уже присоединитесь, вы попадете на него и будете развиваться вместе со мной. Также у нас стартует классное обучение. Конечно же, мы не обесцениваем свое обучение. Я всегда своим партнерам тоже говорю, что то, что вот наработали наши наставники, они вложили и время, очень много денег, соответственно, для того, чтобы партнерам своим давать это обучение. И, соответственно, это все дается активным партнерам. В каком плане активным партнерам? То есть, когда вот, например, я приходила в другие команды, в другой компании, да, ну, в предыдущих компаниях, там нужно было, например, активировать контракт, сделать какой-то заказ, и только тогда ты получаешь какое-то начальное обучение. Это, например, вот этот стартап, который мы даем бесплатно. Некоторые партнеры там, в других командах, это дается только за какую-нибудь активационную там, заказ, да. Вот, здесь абсолютно бесплатно. Так вот. А есть еще команды, которые, например, то, что у нас в основном блоке дается также бесплатно людям, партнерам нашей команды, то тогда это обучение индивидуально. ВКонтакте, например, обучение стоит 3000 рублей. В Телеграме стоит, например, обучение 5000 рублей. То есть люди приходят, еще и покупают это обучение за бешеные деньги. Ну, как бы, с одной стороны, это нормально, потому что это обучение, вот, например, обучение в Телеграме, которое у нас будет проходить в июне месяце, от крупного лидера нашей команды, это обучение стоит 200 тысяч рублей. Да, на секундочку, 200 тысяч рублей стоит одно вот это обучение. Автоворонки, прогревы и ВКонтакте, и в Телеграм. То есть вот это обучение стоит 200 тысяч рублей, и, соответственно, для наших партнеров это дается бесплатно. Но, конечно же, активным партнерам. Как эту активность приобрести? Просто прийти к нам на бесплатное обучение стартап. Просто приходите на бесплатное обучение стартап, вы получаете там классные результаты, потом переходите в основной блок, получаете там классные результаты, и, соответственно, переходите уже на наше классное обучение, которое вот в июне, да, стартует. Но я думаю, что это не первое, точнее, не последнее будет, да, вот это обучение, и вы еще успеете попасть на следующее. Вот, это вот такой вот важный момент. А еще у нас есть классные розыгрыши. Наша команда вообще, наши наставники нас балуют. Постоянные розыгрыши, ну, очень много. Вот, например, в начале месяца был купеческий закон. В этом купеческом законе у меня... Что-то прохладно стало, у меня уже руки трясутся. В этом купеческом законе у меня выиграл партнер Татьяна, бьюти-комплекс «Витамин». Она его уже получила. Жду от нее отзыв, видеоотзыв. И тоже будут транслировать везде, потому что, ну, это классный шанс. То есть она пришла
первый месяц в компании, она попробовала продукт и начала делать крутые результаты на обучение стартап, и при этом еще получила в подарок витамины, которые стоят около 2000, 2500. Ну, это классно, конечно, когда есть такие возможности. Вот, и наша команда, наши наставники дают такие возможности. Вот сейчас вы дождались прям бомбическую новость. У нас с сегодняшнего дня стартовал розыгрыш, опять же. Розыгрыш, по-моему, 144 тысяч. 144 тысячи у нас сейчас разыгрывается. Это призы по 2000, призы по 1000. И, конечно же, главные есть призы. Это приз 10 тысяч, 7 тысяч и 5 тысяч. Если я не ошибаюсь, я все правильно сказала. В сторис вы можете посмотреть. Я обязательно продублирую эту информацию. Ребят, ну крутые возможности. Вы спросите про условия. Условия у нас очень простые. Заказ на 2000 рублей. 2000 рублей заказ, и вы получаете номерок. Конечно же, есть еще такая продукция премиум-класса у нас, которую можно купить и получить 4 номерочка. Это, конечно же, уже я в личное сообщение вам пришлю. Ребят, пишите мне в личное сообщение. Я пришлю подробную информацию про наш розыгрыш, как в нем принять участие, как попасть на стартап, который для вас, повторюсь, бесплатно, с завтрашнего дня. Обучение длится всего 5 дней, и вы получаете уже результат. Как правило, это 5, 10, 15 тысяч заработка. Вот. Еще очень важный момент – это поддержка, друзья мои. Когда приходите, вы не одни в нашей команде, то есть такого нет. Нет этого, и еще знаете, чего нет в нашей команде? Я, когда пришла, я была очень удивлена. Нет мотивации, нет постоянного, как сказать, мотивирования партнеров. То есть нет успешного вот этого успеха. Когда, я помню, мы работали в Greenway, у нас была такая дурацкая система, честно говоря, когда нужно было, вместо рекрутирования, нужно было мотивировать своих новичков и партнеров, чтобы они работали. Это как так? У нас просто деньги мотивируют. У нас есть кейсы классные, мы зарабатываем сами деньги, и, соответственно, людей не надо лишний раз мотивировать. Они уже замотивированы внутри, они знают, к чему они идут, они видят результаты, соответственно, они делают. Видят результаты и делают. У нас порой даже наш чат командный может целый день молчать, но мы видим, как они работают. Мы видим, как партнеры наши работают. И это очень круто. И не надо... То есть, как бы, есть внешняя мотивация, друзья, есть внутренняя мотивация. Когда ты внутренне замотивирован, и ты знаешь, чего тебя ждешь, ты знаешь, к чему ты идешь, ты проставил планы, прописал цели, и ты, как бы, идешь к этому. А внешняя мотивация, она, например, вот кто-то получил машину Siberian Wellness, да, автобонус, или кто-то, например, заработал там 400 тысяч, да, вот ты увидел, как бы, да, без внутренней мотивации это вообще ничто. Внешняя мотивация, она испаряется, она исчезает через некоторое время. Поэтому нужно подумать, что вы хотите, как бы, на самом деле. И поэтому у нас партнеры, когда приходят к нам, видят все кейсы партнеров других, да, которые здесь, например, работают даже месяц, два, три. Соответственно, они думают и знают, что они благодаря нашим инструментам получат такой результат крутой, и они работают. Их не надо лишний раз мотивировать. Вот это вот самое классное в нашей команде, друзья мои. Посмотрите еще раз, пожалуйста, запись, кто присоединился в запись этого эфира. Это очень важно. Предложение именно нашей команды. Вот. Я буду заканчивать, друзья мои. В сторис сегодня пришлю информацию про розыгрыш, который стартовал у нас сегодня. Обязательно принимайте участие. Я верю в то, что вы можете выиграть. Я один раз так случайно мне повезло. В одной из компаний я выиграла ноутбук. Друзья мои, до сих пор он работает, и я с него работаю. То есть надо верить в себя, надо верить в то, что произойдут с вами чудеса. Спасибо, что были со мной на эфире. Все вопросы можете написать мне в личное сообщение. Я всегда открыта, я практически всегда на связи. Вот. Всего доброго и отличного вам выходного вечера.